Мы не то, что едим, но то, что мы едим, влияет не только на наше здоровье, но и на развитие определенных групп людей. И, как утверждают антропологи, это очень важный элемент в истории эволюции всего человечества. Они считают, что изменения в человеческой анатомии связаны именно с изменениями в рационе питания. Эволюция человечества продолжается, и питание остается очень важным звеном в этой эволюционной цепи. Генетические исследования показывают, что человек по-прежнему эволюционирует, а воздействие естественного отбора влияет буквально на все, от болезни Альцгеймера, цвета кожи и заканчивая возрастом прихода менструального цикла. И то, что мы едим сегодня, неизбежно повлияет на направление нашего движения завтра. В период младенчества и когда млекопитающие еще зависят от материнского молока, их организм производит фермент лактозу, помогающий переваривать сахаристую лактозу, которая содержится в молоке матери. Но когда млекопитающие взрослеют, питание только молоком исчезает из их рациона. А это значит, что превращающий лактозу фермент организму больше не нужен. И посему организм взрослого млекопитающего обычно прекращает его производить. Около 2/3 взрослой части человечества не переносят лактозу, или переносимость у них снижена. Однако эта переносимость очень сильно различается в зависимости от географии. В некоторых местах Восточной Азии непереносимость лактозы может достигать 90%. В особенности лактозу плохо переносят жители западноафриканских стран – арабы, греки, евреи и итальянцы. А вот северные европейцы как будто влюблены в лактозу. И во многих североевропейских странах ее прекрасно переносит 95% взрослого населения. Другими словами, организм североевропейцев даже во взрослом возрасте продолжает вырабатывать фермент лактозу. Но почему так происходит? Исследования древней ДНК показывают, что непереносимость лактозы у взрослых по эволюционным меркам появилась сравнительно недавно. А ведь еще 20 тысяч лет назад ее не было и вовсе. Сегодня же лактозу переносит около 1/3 всех взрослых людей. Столь стремительные эволюционные изменения говорят о том, что потребление молока наверняка давало серьезные преимущества в плане выживания по сравнению с теми людьми, кому приходилось сквашивать его в кисломолочные продукты или сыры, так как во время брожения бактерии разлагают молочный сахар, включая лактозу, превращая его в кислоты и облегчая процесс переваривания тем, кто не переносит лактозу. Антропологи объясняют, почему способность организма переваривать молоко у древних людей была так важна. В те далекие времена наши предки были ограничены в питании. Но если у тебя есть коровы, овцы, козы или верблюды, ты имеешь возможность питаться калорийной пищей и вырастить здоровое потомство. Потому что это еще в детском возрасте позволяет организму извлекать из молока на 30% больше калорий, тем самым давая запас прочности организму человека во взрослой жизни. Сейчас мы имеем доступ ко множеству альтернативных продуктов, а также к молоку без лактозы и к таблеткам лактозы, которые помогают нам переваривать молочные продукты. Другими словами, в наши дни мы можем обойти некоторые последствия естественного отбора. А это значит, что некоторые индивидуальные свойства, такие как непереносимость лактозы, могут не оказывать такого же прямого воздействия на выживание и размножение, как раньше. По крайней мере, у некоторых групп людей или даже в некоторых регионах мира. Но антропологи говорят, что эволюция человечества зависела не только от лактозы.
Так, например, в наши дни в магазинах можно найти целые полки с продуктами без клейковины или глютена. Это печенье, крекеры и хлеб. Но трудности с перевариванием глютена, который является главным белком пшеницы, это еще одна относительно недавняя закавычка в человеческой эволюции. С развитием земледелия примерно 20 тысяч лет назад люди начали хранить и регулярно употреблять в пищу зерно, а оккультуриванием зерновых наши предки занялись всерьез только 10 тысяч лет назад. Но как только охотники и собиратели стали вести оседлый образ жизни, а пшеница и рожь стали неотъемлемой частью их рациона, широкое распространение получила болезнь целиакия или глютеновая энтеропатия. И тут перед учеными встал вопрос, как такое могло произойти? Почему естественный отбор дал такой результат? Ответ был найден в реакции иммунной системы. Система генов, известная как главный комплекс гистосовместимости человека, принимает участие в борьбе с болезнями и часто создает новые вариации, чтобы человек мог противостоять постоянно меняющимся инфекциям. К сожалению, у тех людей, которые больны целиакией, эта система ошибочно принимает органы пищеварения человека за болезнь и атакует слизистую оболочку кишечника. Но несмотря на очевидные опасности целиакии, эволюция, по всей видимости, не собирается снижать количество заболеваний. Стоящие за этой болезнью варианты генов сегодня распространены в такой же степени, как и во времена седой древности, когда люди из охотников и собирателей превратились в земледельцев. И это тот случай, когда естественный отбор, помогающий бороться с болезнями и паразитами, имеет побочный эффект, порождающий целиакию у небольшого количества людей. Это то наследие, которое оставила нам природа. Это была вовсе не адаптация к рациону питания, а адаптация вопреки рациону питания, говорят антропологи. Но и это еще не все. У некоторых людей и даже целых народностей возникает реакция покраснения кожи, когда они усваивают алкоголь. И все потому, что в процессе метаболизма у них в избыточном количестве вырабатывается токсичный фермент ацетальдегид. Ученые говорят, что есть убедительные генетические свидетельства того, что такая реакция появилась недавно, примерно за последние 20 тысяч лет. А вот в Древнем Египте основным напитком было пиво. Его египтяне употребляли не только у себя дома или питейных заведениях, но и в поле. Египтяне делали пиво из ячменя, пшеницы и фиников. Для начала выпекали хлеб из особого теста. Этот хлеб, предназначенный для изготовления пива, в середине должен был остаться сырым. Затем этот недопеченный хлеб крошили в большие емкости и заливали сладким финиковым соком, перемешивали и фильтровали. Когда смесь начинала бродить, ее разливали по кувшинам и запечатывали гипсом. Пили египтяне и вино. В гробницах было найдено множество разбитых винных кувшинов с надписями, которые указывали на происхождение вина и его характеристики. Например, хорошее вино с лотосом, вино третьего разряда, сладкое вино. Археологи говорят о том, что египтяне употребляли пиво и вино в больших количествах, но токсичного фермента ацетальдегида, по словам исследователей, у них не наблюдалось. Появление ацетальдегида в геноме некоторых людей, в основном азиатов, примерно совпадает с началом оккультуривания риса 10 тысяч лет назад. И некоторые ученые полагают, что ацетальдегид помешал людям в чрезмерных количествах употреблять рисовое вино. Но временные рамки здесь определены не совсем точно, как по мутации, так и по оккультуриванию риса. Среди исследователей бытует также мнение, что ацетальдегид защищает организм человека от паразитов, которые не переносят этот токсин. Это довольно сложное генетическое изменение, но ученые говорят о том, что им пока неизвестно, почему оно произошло. Но и это еще не все. В
В ответ на изменения в рационе питания у человека может измениться и цвет кожи, хоть есть и другие факторы, среди которых, например, сексуальный отбор. То разнообразие цветов кожи у человека, которое мы знаем сегодня, это относительно новое явление. Исследования современных европейских народов и их доисторических предков указывают на то, что цвет кожи у европейцев меняется последние 5000 лет. Это объясняется тем, что пигментация кожи могла происходить под влиянием рациона питания. Так, например, если раньше земледельцы, начав оседлый образ жизни, страдали от недостатка витамина D, то их предки из числа охотников и собирателей получали его в достаточном количестве, питаясь растительной пищей, рыбой и мясом животных. Увидеть эволюцию в реальном времени невозможно. Однако новые технологии типа секвестирования генома и вычислительные возможности позволяют обрабатывать огромные массивы данных и дают возможность замечать крошечные генетические изменения, которые на протяжении жизни многих поколений вызывают реальные эволюционные сдвиги. Сегодня все чаще база генетических данных сопоставляется с историями болезней и такими факторами, как диета. И это помогает ученым наблюдать за тем, как они взаимодействуют. Человек эволюционирует на протяжении жизни одного-двух поколений. Очевидно, что наш рацион питания сегодня радикально меняется. И кто знает, каковы будут эволюционные последствия, говорят биологи и эволюционисты. Может, непосредственного селекционного эффекта и не будет, однако возможно воздействие с генами, которые управляют характерными свойствами. Так, например, генетические исследования показали, что некоторые варианты, укорачивающие человеческую жизнь, скажем, тот, который заставляет курильщика увеличивать потребление табака сверх нормы, по-прежнему наталкиваются на активное сопротивление организма в процессе отбора. «Мы видим сегодня прямое воздействие этого гена на продолжительность жизни людей», — говорят ученые. И поэтому можно себе представить, что питание оказывает аналогичное воздействие. В последнее время у нас происходят многочисленные изменения в рационе питания, скажем, с появлением фастфуда. И нам просто пока неизвестно, какие от этого могут быть последствия в будущем, и будут ли они вообще. Ну а пока берегите свое здоровье, берегите себя и своих близких, и не забудьте подписаться на наш канал. У нас будет еще интересней.